Kauno pravoslavų katedros klebonas tėvas Ilarijonas. Прошу вас, уважаемый отец-настоятель. Я хотел бы обратиться к русским людям Литвы. Милые, родные русские люди, братья и сестры, в этот страшный час, когда решается судьба Литвы, когда танки окружили телевидение, дом печати, рвутся к парламенту, когда уже льется кровь невинных людей, я хочу обратиться к вам, моим соотечественникам, со словами Христовой любви и братского увещания. Я умоляю вас еще раз, русских людей Литвы, не идите против братского литовского народа, не поддерживайте бандитов, не допустите новых бедствий и страданий, новых человеческих жертв. Больно и грустно видеть русских людей, атакующих Верховный Совет Литвы, ратующих за восстановление тоталитаризма